Жирик, старый Жирик, заявил без всяких лирик фамусова типа. Он ведь просто слово в слово повторил, что от учения вред лишь только. Ну что вы, не шучу нисколько. Победоносцев, кстати, так же говорил. Про образование сыну дворника призвание. Раз метелка, объясните для чего. Вот не пойму, ему диплом нести ведь можно без диплома. Участок твой 4 дома понять сумеет и последний дуболом. Скрепы слона пылью отдают уж гнилью. Да и лярды как-то что-то почему-то тут не в масть. Коль революции нам не треба, то быдло зрелищ лишь и хлеба. Вот правда, с хлебом все не гладко, впрочем, класть. Меньше умных враши, больше смогут власти наши тырить бабки преспокойно, из бюджета преспокойно воровать. А умник пятая колонна, он враг, агент и вне закона. Чего вообще об этом даже толковать? Да, образование — это ж просто наказание. Полуграмотным народом ведь гораздо легче управлять. Стакан боярышника скушал, да киселя потом послушал. Все, день закончен, отправляться можно спать. Вот и вся свобода, типа для народа. А чего еще-то? Ну, второй стакан, конечно, можно было бы принять. Так что все эти ваши нопы себе засуньте с понтом в жопы. Я патриот, и нахрена мне что-то знать. Типа, он ведь просто слово в слово повторил, что от учения вред лишь только. Ну что вы, не шучу нисколько. Победоносцев, кстати, тоже говорил.